Оба! И уже я въехал. Блин. Да, тут надо по центру стоять. Нет, тут, конечно, для нас, блин. Улетел. Страшно тут, страшно. Я уже въехал розом в дерево. Так, ну что, давай стартуем. А я сам два раза проехал. Я в основном прыгал, конечно. Страшно вообще. Страшно, блядь. Лучше на мототреке, блядь, как там хоть разогнаться, погонять можно. Вот, уже нормально съедет. Тут надо руль вообще что ли убавить? Да, тут тоже вот так. Нет, тут мы сломаем что-нибудь. Он уже сломал что-то, нет? Звук такой был. Ничего не сломал. А? Да блин. Нет. Че? Сейчас это врезался вон в дерево, капитально. Врезался? Ну, сейчас. Я вот туда прыгнул. Врезался. Давай. Давай.
Ну давай, давайте попробуем. Частная подъездная жизнь. У меня кум этот, сегодня уже второй раз на нем гоняет. Давай здесь где-нибудь стартанем. Давай. Стартанем. Вдвоем пока. Или давай, знаешь как, чтобы не сталкиваться? Ты оттуда, ну, по давай, центру, давай. А я здесь. Да. Давай. Дерево вот в центр, да? Да. Вот, вот туда, ложбинку вставай, вот туда, давай, вниз. Давай. И в другую, туда, в ту сторону ты. Давай. Давай, говори. Блин, я там не вижу фото. Макс, вон там перерыв, пожалуйста. Эй! Сейчас все нормально. Вообще класс. У меня колеса маленькие для этого. Ну да, тут тянут. Да. Нет, тут, конечно, не для нас. Нет, не для нас. Нет. Если ты газанешь чуть-чуть, тут в дерево капитально въедет. Так вот ничего, ну, я имею в виду, не... Вот туда я хочу прыгнуть сильно. Сейчас. Опа. Эй ты! Ну зато акумов тут хватит при таком гаде. А еще не подскажешь где-нибудь такие? Есть трассы пошире нам? Опять это прямо. У нас это маловато нам. Мы тоже сами хотели бы пошире. Да, что-то здесь совсем и деревья одним тупо все переломаем. У нас достает скорость. Тут как мы. А давайте дёрт. А? Давайте дёрт. Ну тут. Оттуда разгоняться как я. Тут нет, у нас она неуправляемая, тут мы боимся даже газануть. Так газ дрон. Я могу газануть тут, ё-моё. Ну, от 15. У меня акума тут не такая лучше. У меня также рюдель. Сейчас смотри, вот туда прыгну. Нет, тут тяжело для меня, сейчас. Клюнул у тебя.